понедельник, 20 июня, по всей стране дан старт приемной комиссии вуза, техникума и колледжа. Согласно данным Министерства образования Кузбасса, в системе СПО региона насчитывается 65 техникумов и колледжей. В этом году подать документы можно тремя способами. Лично принести, отправить заказным письмом. С этого года абитуриенты могут подать заявление в личном кабинете на портале ruobor.ru, а также на портале госуслуг. У нас есть специально утвержденные топ-специальности для региона, которые мы предполагаем, что наиболее востребованы. К ним относятся геология, разведка и разработка полезных ископаемых, транспортные средства, энергетика, архитектура и строительство, металлургия и машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии, технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров, сфера обслуживания. Что очень важно, что на сегодняшний день все наши техникумы имеют договор о социальном партнерстве с разными предприятиями. У нас порядка, коллеги, 2000 таких договоров. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не учим изолированный, и учебный процесс в наших техникумах не является изолированным от, собственно, той инфраструктуры области, в которой мы с вами живем. Это говорит о том, что уже начиная с первых курсов ребята проводят практику, частично у них ведут занятия, они знакомятся уже с конкретными производствами, с конкретными предприятиями, на которые потом готовы к выходу. На данный момент кузбасские техникумы готовы обучить профессиям за счет бюджета более 17,5 тысяч человек. Приемная комиссия продлится до 15 августа. Зачисление в колледже завершится к 1 сентября. Однако могут быть продлена и до 25 ноября, отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. Что касается высших учебных заведений, кузбасские вузы готовы принять на бюджет 6732 студента-первокурсника. Это на 456 больше, чем в прошлом году. Напомним, что в этом году школу закончат свыше 9011 классников. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.